Здравствуйте, дорогие друзья! Я Юлия Терещук, врач, эксперт школы «Мечта». Сегодня мы поговорим с вами об экологической жизни с продуктами Young Living. Правильное питание для организма и чистая окружающая среда является главным залогом здоровья и сильной иммунной системы. Это информация для тех, кто стремится к чему-то лучшему. Почему именно Young Living? Все началось в 1973 году, когда Гарри Янгу, основателю компании Young Living, было всего 24 года, и он получил тяжелую травму. Травма была настолько тяжелой, что он действительно чудом остался при этой жизни. И он трижды старался уйти из этого мира, но не получалось. И тогда он начал голодать. Представьте себе, 253 дня только на воде с лимоном. И, о чудо, организм ответил. Длительное время ушло на то, чтобы восстановить свое тело и для того, чтобы просто подняться с инвалидской коляски. Гарри стал натуропатом. Он открыл свою частную клинику в Мексике. Он создавал свои растительные продукты, проводил исследования. Питание для него было самым важным. Он знал, что чрезмерно переработанная пища, мертвая с питательной точки зрения, она не ведет к здоровью. В компании есть продукты, которые Гарри создал 35 лет назад. Еще не было компании. Компания сегодня 25 лет. Это такие продукты, как ICP для очищения кишечника. Это комфортон для поддержания пищеварительной системы. Это Джува Пауэр для очищения и поддержки печени. В 80-х годах Гарри начал проводить исследования с эфирными маслами. И он просто погрузился в эти открытия. Гарри подумал, что эфирные масла – это живая жидкость в растениях. И поэтому они, наверное, смогут увеличить пользу сушеных трав. Он начал экспериментировать, смешивая эфирные масла с порошком из измельченных трав. Конечно, все подумали, что он не в своем уме, но он продолжал делать эксперименты, пока у него не получилось. Гарри впервые в мире добавил эфирные масла в пищевые добавки. Сегодня так много разных продуктов, от еды до моющих средств, которые мы видим на прилавках магазинов с добавкой эфирных масел. Но что означает, что на этикетке написано «добавка эфирных масел»? Что на самом деле мы покупаем? Что там находится? Конечно, мы сегодня все знаем, что очень маленькая вероятность того, что в этих продуктах находятся чистые эфирные масла. Эти продукты могут содержать композитные или синтетические эфирные масла. И теперь мы знаем, кого они копируют. Фирмы по всему миру, которые имеют компания, и которые вы имеете возможность посетить. Неужели нужно было бы их создавать, если были бы производители, у которых есть возможность купить чистые эфирные масла? Я была на одной из фирм компании в Хорватии, где выращивают бессмертник. Вместе с другими участниками я высаживала рассаду бессмертника. Мы на свои глаза увидели часть процесса seed to seal, от семени до крышечки. Мы видели, как проходит дистилляция эфирного масла. И именно этот процесс от семени до крышечки гарантирует наивысшее качество
чистоты эфирных масел. В Европе у компании есть две фермы – во Франции и в Хорватии. И у вас есть возможность посетить эти фермы. Свяжитесь со мной или с Людмилой Мельник, и мы вам расскажем, как это сделать. И только поучаствуя в процессе производства эфирных масел, ты начинаешь понимать, что Янг Ливинг так мало просит за эти небольшие бутылочки с эфирными маслами. На протяжении 7 лет исследований с 1981 по 1988 год Гарри Янг увидел огромные преимущества эфирных масел. И он пришел к выводу, что эфирные масла принадлежат миру. Принести чистые эфирные масла в каждый дом, в каждую семью стало его миссией. Гарри никогда не создавал продукты ради денег, а всегда только ради цели. И эта цель – принести пользу человеческому телу. Компании 25 лет. Она 25 лет на рынке является лидером по производству эфирных масел в мире. Поэтому мы можем быть уверены, что какой бы продукт мы ни использовали, он создан для нашего благополучия. Укрепляйте свое тело, правильно его питайте. Это самое ценное, что мы можем сделать для себя. Но как это сделать? С помощью хорошей и питательной пищи, чистой воды и воздуха, создавая окружение чистоты и защиты. Используйте то, что нам дала природа. Компания предлагает нам множество удивительных продуктов, основанных на опыте и мудрости Гарри Янга. Вместе с эфирными маслами и ценным миром растений нашей планеты. Эфирные масла, смеси для поддержания здоровья, внутреннего баланса, эмоционального состояния, которые легко и приятно использовать, дышать. Дышать с бутылочки, дышать с ладошек, распыляя в диффузоре, нанося на тело, делая массажи, принимая ванны, используя не только для поддержания здоровья всех систем своего тела, но также для красоты, для молодости. Эфирные масла использовались тысячелетиями, и секреты их использования всегда передавались из поколения в поколение. Эфирные масла серии ТИВС для использования для поддержания чистоты в доме. Эта история создания этой смеси ТИВС в переводе означает «воры». Она относится к 15 веку, когда в Европе бушевала эпидемия черной смерти, и когда группа парфюмеров, защищаясь эфироносными растениями, просто грабила дома умерших, но при этом не болея. И вот эту историю Гарри Янг нашел в древних рукописях и использовал для создания смеси. Смесь очень популярная, и эта линейка, она имеет в своем составе и продукты для поддержания здоровья ротовой полости. Она также имеет продукты для универсального очищения в доме, то есть все, что нужно, это и помыть пол, и помыть окна, держать в чистоте ванную, поддерживать в чистоте кухню, при этом используя натуральные компоненты, которые дают и приятный аромат, и обеспечивают также защиту нашего помещения. Это целая линейка продукции эфирных масел «Плюс», которую можно использовать для кулинарии, для приготовления здоровой пищи. И об этом очень часто рассказывает Людмила Мельник. Ее рецепты вообще уникальные. Мы пользуемся ее рекомендациями и видим, насколько это помогает восстанавливать свое здоровье. Также легендарные ягоды Годжи. Гарри Янг познакомился с провинцией, с жителями провинции Нинхся в Китае,
которые на протяжении столетий используют в свою пищу ягоды годжи. Исследования китайских ученых, европейских, американских ученых говорят о том, что ягоды годжи являются одними из самыми ценными ягодами на планете. Именно те, которые произрастают в провинции Нингся. Это уникальные климатические условия, а также почва, это долина Желтой реки, которая несет свои воды с Гималаев. И эти ягоды, они передают всю силу и всю ценность, которую природа вложила в них. Сок из ягод годжи и других ягод с эфирными маслами является прекрасной питательной добавкой для поддержания всех систем организма, для укрепления организма и также для тех, кого интересуют вопросы поддержания своего оптимального веса. Биологические добавки с эфирными маслами, натуральная косметика, продукты по уходу за телом. Начиная от самых маленьких, целая серия для младенцев, сидлинг, и также возможность поддерживать свое тело, свою кожу, свои волосы в здоровье, красоте и чистоте. Все это те продукты, которые предлагает нам компания Young Living. У вас есть возможность познакомиться с этими продуктами, используя один из трех стартовых наборов, который включает в себя один из наборов. Это включает 12 эфирных масел, 6 эфирных масел моно и 6 смесей эфирных масел, которые нужны в каждом доме для поддержания здоровья, для создания уютной гармонической атмосферы в доме, для поддержания своих детей, своих близких, своих родителей. Их очень легко и приятно использовать. В этот набор входит также ультразвуковой диффузор. Есть возможность пользоваться им для всей семьи. Вы можете использовать его дома. Этот диффузор легко с собой перевозить. Можно использовать его также и в офисе. Это набор линейки ТИВС для укрепления иммунной системы, потому что сама смесь ТИВС очень хорошо помогает поддержать иммунную систему организма. И универсальный очиститель, который вы можете использовать для разных целей в доме и в офисе. Это также и спрей ТИВС. Это безводный очиститель ТИВС, который сейчас мы используем очень широко. Они есть и в таких больших упаковочках, и в маленьких. Просто нанося эту смесь, нанося на слизистую носа перед выходом на улицу. Это также ТИВС в спрее, которым очень удобно обрабатывать все поверхности, с которыми вы стыкаетесь. Поверхности – это также ручки дверей, это деньги, кошелек, это также продукты, которые вы берете сразу же. Его хорошо и удобно иметь с собой в сумочке и использовать, и деткам давать, и использовать всегда и на работе, и в офисе, и в магазинах. Это также зубная паста, ополаскиватель для рта и другие продукты с ТИВС, с этой линейкой. Это также набор с соком Ningxia Red, куда входят две бутылки по 750 мл, 30 пакетиков по 60 мл. И также такой уникальный продукт, как Ningxia Nitro, который помогает поддерживать тонус организма, дает силу, энергию без перевозбуждения, без отрицательных влияний на систему организма. Это также вы имеете возможность выбрать один из этих наборов
И поэтому измените свой рацион питания. Поменяйте то, что вы едите, на здоровую пищу. Пейте чистую воду. Очистите воздух, которым вы дышите. Сделайте свою среду обитания экологически чистой. Ваш дом, ваш офис должен быть чистым. Избавьтесь от химикатов, от токсических веществ. Для этого вы имеете более 600 продуктов, которые предлагает вам компания Young Living. Более детально о использовании продуктов для поддержания организма, для поддержания тех или других систем организма, для решения ваших вопросов мы поговорим на следующей встрече. Для всех участников курсов школы «Мечта» есть возможность пройти 15-минутную бесплатную консультацию. Некоторые из ваших участников уже записались, поэтому обращайтесь. Берегите себя и своих близких. Оставайтесь здоровыми. До следующих встреч!